Так. Ох, тут кто-то стену текста написал. Так, я понял, насколько важно правильное расположение пальцев на клавиатуре. Ой, ужас какой. Как у меня пальцы на клавиатуре стоят? Вот так. Такие стоят и прыгают. Hotline Miami, ребят, чтобы играть в эту игру, нужно быть в специальном расположении духа. Я, по крайней мере, вы понимаете, наверное, да, не в нем. Поэтому и вылетаем. Вылетаем в космос. Новая игра. Тип корпуса. Мы с вами... Мантисы Б у нас остались. Инжи Б. На роках мы так и не долетели ни до куда. Мы так поевали, отличный такой фейспалмик. Может, все-таки на роках добьем? Давайте добьем на роках. Не будем сегодня брать имена ЧГ. Из топа мы сегодня возьмем... Название что-то сам придумал. А вот кто с нами полетит? Кто с нами полетит? Лана, прикиньте, это ЧГ-женщина. Давай, Роков пишет, Алонсо, я на движках. Так, Алонсо на движках. Самура. А кто самый достойный -то из вас? Интересно, как бы мне вас выбрать? Он Казебу, прикольный ник. Казебу. У. Вот, я напишу много У, чтобы не было нареканий. И кто-то еще хочет, я более чем уверен. Фаниблад. Анархист. Я-я-я, Растишка. ЧГ с ником Растишка. Змей 33-й Рус тоже здесь. Все хотят быть этим ЧГ. Ашот, Стопарик. Валуев. Ну давайте, ладно, змей раз давно уже был. Пусть будет это змей, но это у нас будет Алонсо. Алонсо. На движках, как ты и просил. Обшивка, ачивка, норма, старт. Понеслась Алонсо на движки. Козьбу пусть рулит. Змей. Опускай в оружейку. Так, насколько я понял, на этом корабле как можно быстрее нужно купить телепортатор. То есть, как только я помню, тогда купил телепорт, сразу восхитительно все стало. Все было сверхволшебно. И я прям от счастья был на пятом небе. Как это вот так? Раскидаем энергию. Улучшения ничего нету. Так, все готовы. Кажется, пора начинать. Вылетаем. Ну, наша задача как можно больше секторов собрать, при этом успеть вылететь в выход. Тем, кто не в курсе, что такое ФТЛ, объясняю еще раз. Это... стратегия. Смысл в том, что вы получаете какую-то сверхважную информацию о повстанцах. Армия повстанцев нас будет преследовать, вы это увидите. И нам нужно доставить эту информацию до восьмого сектора. Восьмой сектор — это последний сектор. Мы сейчас в первом. Таких вот секторов будет 7. Восьмой сектор будет отличаться от такого стандартного. Соответственно, летаем,
развиваемся, качаем экипаж, набираем экипаж, пушки, отсеки, новые, развиваемся во все стороны, улучшаем сам корабль, конечно же, поэтому развитие здесь сумасшедшее. В каждой звездной системе будут случайные события, поэтому реиграбельность просто сумасшедшая в игре. Во-первых, все генерируется рандомно, начиная от галактики, секторами, заканчивая вообще событиями. Так что погнали. Оп. По станции. По станции вы уже с атакующим ботом. Очень печальненько на самом деле сейчас тут будет мне. Потому что у него, во-первых, есть ракетница. Как мне везет, как мне везет, несказанно везет. А я мимо. Ох, щиты, прощайте. Фух. Так. Пока у него нет оружия никакого. Хотя нет, давай на движках ты останешься. Мы сейчас корпусной ракетой зарядим ему в корпус, чтобы как можно больше повреждений нанести. И в пилотскую. Что? Куда делась моя ракета? А, я сбил по ходу дела. Ух, мимо. По ходу дела он выпустил в моем направлении зонд, и я его сбил ракетой. Представляете? Эта игра не для стрима, хо-хо-хо. Эта игра как раз-таки для стрима. Давайте немножко починим. Они хило, кстати, дали 6 топлива. И теперь топливо вообще нафиг не нужно в ближайшие два сектора. Да, я сбил дрона, я понял. Ребят, я понял, что я сбил дрона. Эх, а вот и магазин, ну почему ты так рядом? И как же в тебя так... Я никак в него не залечу. Нет, оставлю я его... оставлю его сзади, сам пойду искать следующий магазин. Ого! Ого! Вот это везение. Я бы даже сказал, не везень. Да. Так, горим. Вы видите, у меня уворот 20%, и я уворачиваюсь. Офигеть. Все. 14 лома. А, все, вспышка уже прошла. Ох, слава богу. Подгорел один отсек немножко. Мы сейчас выпустим кислород из него, и гореть будет нечему просто. Давай, пожар, кончайся. Это распространится, нам еще вылетать надо в следующий сектор. И сразу летим. Так, там какая-то пошла движуха, я смотрю. Сигнал бедствия исходит от гражданского корабля, за ним гонится пират. Ну, конечно, мы будем убивать пирата. Да, убиваем пирата. Алонсо летает сотый раз. Нет, Алонсо не может летать сотый раз, потому что я, в принципе, играю в эту игру
Раз, наверное. Четырнадцатый, пятнадцатый. Скажем так. Неплохо дали. 17 лома. Ух ты! Гражданский. Что ж такое, ребят? Гражданский корабль нам тоже заплатил денег. Вот теперь бы я не отказался от магазина. Кстати, к нам приближается волна. Давайте через вот эту вот звездную систему прилетим. Два топлива, три детали дронов. Мне детали... О! Вот и магаз. Сколько стоит телепортатор, кто-нибудь помнит? Ай, да ладно, пошли. Облома, здесь нету телепортатора. Хорошо, ладно. Ну тогда починимся. Бедствие. О! Нифига себе! Давай, пока. Эффективно заслонить корабль своим и сопроводить их из поля. Первый раз вижу такой ответ. И летим дальше. Все норм, да, все норм. Стоп, вторжение. Война! Вали паразитов. О, у нас в медотсеке кто-то еще был. Иди чини медотсек. Он нам пригодится. Оружейка кто-то ломает. Вот паразиты, а. Во. Нормуль, отлично. Он как раз подбежал, начал бить толстого. Тот, который израненный, он просто вносил дополнительные повреждения. Движуха вот такая вот получилась, небольшая. Немного, да. Они не подрасчитали свои силы, поэтому мы их просто... Просто раскидали. Этот сюда и продолжаем. Кому нудно, тот играет в Prime World. Так. Интересно, я так успею? Раз это будет большой прыжок. Два маленьких. Нет, походу, дело не успеваю. А если по этим двум? Раз, два, как-то три. Даже не знаю, как это лучше провернуть. Рот. Ну, а ладно, погнали. Разведчик мантисов. А, ничего ты мне не сделаешь. Я быстренько тебе закину ракету. Ха-ха. Есть попадание. Мимо. Еще раз мимо. Да вы что прикалываетесь? Как так? У меня 10 ракет осталось. Что я буду делать, когда они кончатся? Сосать лапу? Нам срочно нужен телепортатор, ребята. Да, должно быть нормально все получиться. Я пока борща на базе сварю, ха. Пытаюсь сейчас ездить в поездах. О чем вы?
Какие поезда? Я вас не понимаю. Атаковать корабль. Кстати, нам попадается очень много кораблей. О, нам ракеты пришли, оказывается, с предыдущего корабля. Вот это я вовремя попал. Видели? Там уже зелененьким загорелся огонек. Это значит, что сейчас будет готов. Отразил. О, как. Три топлива, две ракеты, 7 лома. Предлагаю часть своих товаров. Да маловато будет. Сейчас мы кинем туда супер ракету, которая очень больно бьет. Главное, чтобы они не отразили урон опять от нее. Фух, попадание. Во, не зря, не зря. Защитный дрон Марк 1 можно будет продать. Так, Литрич, хорош писать эту свою вот стену текста. Зачем она нам здесь нужна? Вы встречаете пирата, преследующего неизвестный корабль. Вы сразу получаете передачу от пиратов. Не вылезайте в это сражение, вы не пожалеете. А я, кстати, соглашусь с ним. Потому что мне вылезать в это сражение совершенно не нужно. Во-первых, я потрачу 3 ракеты на то, чтобы пробить его щит. Плюс у него есть отсек с дронами. А, мало ли что вылетит из него. Он может меня подолбить. Давайте согласимся. Пусть будет пол добычи, но она будет. Ну и, собственно, здесь уже пора на выход. Ого! Корабль. Ну, неплохо. И туда обратно. Нет, в следующий сектор. Поехали. Нам нужен магазин. Так, неизведанная туманность. Или сектор повстанцев. Что сделаем? Давайте сделаем опрос. Ребят, куда нам полететь? Единичка в неизведанную туманность, двоечка в сектор повстанцев. Два, два, один, два, 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 один, два. Проведи голосование. Давайте сначала по сектору повстанцев пройдемся. Мне кажется, так лучше сделать. И магазина нет на входе. Будем его искать вот здесь. Халява. И опять нет магазина. Вверх или вот сюда. Давайте через верх проскочим. Защищайтесь. Нам предлагают повоевать. Ну так давайте повоюем. 10 ракет есть в нашем распоряжении. Летит, летит, летит. Прям в движок. О, пробой. Жалко, что в пустом отсеке пробой-то у него получился. Так, что еще? Ну... Давайте еще раз пустой отсек зарядим. Нам предлагают 2 топлива. Нет, мы не признаем капитуляции, мы тебя сейчас бьем. И ты нам дашь 25 лома. Отлично.
И опять нету никакого магазина. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Так, пока экипаж был снаружи, корабль обыскивал обломки, два каркаса врезались друг в друга, обрывая страховочные тросы экипажа. Вы не успеваете реагировать и кого-то далеко отбрасывает, оставляя беспомощно плыть среди газовых облаков. Твою налево, мы кого-то потеряли. Мы потеряли змея. Змей, ты был отличным, ЧГ. И опять нет магазина. К сожалению, корабль начал заряжать ФТЛ-привод. Да. Нет, кричит змей. Ну а что поделать? А здесь нам лучше вот этого не упускать. Ох, и долго мы теперь будем перезаряжаться. Ох, слава богу, мимо. Все-таки мне кажется, надо оружие как-то ему запилить. И все равно у него там что-то осталось. И в корпусную ракету ему. Двери. Двери горят. Стоп, нам срочно надо тушить там все. Две ракеты нам вернули. Преимущество ЧГ в том, что они не горят. Ребята, они просто не горят. Они настолько толстокожие, что им повышение температуры совершенно не беспокоит их это. У нас огромное количество денег, и нам некуда их тратить. Это очень плохо. Иди, давай стрим Слендера. Нет. Нет, я сначала должен пройти ФТЛ. У меня осталось всего лишь 5 кораблей, чтобы пройти ФТЛ. Магазин, да, господи, он пришел ко мне. Теперь главное, чтобы в нем было то, что нам нужно. Телепортер. Телепортер есть, хорошо, ладно. А теперь экипажа у нас нету. Так, кран для ремонта. Снижает количество вручений, два время нет. Это все фигня. Стрелять из режима невидимости тоже нам не нужно. Пух. Ракеты. Вот вариант только пилота отправлять. Ну это будет, конечно, чудеса-то. Давайте посмотрим, может еще где магаз есть. Нет еще магаза. Тогда... Тогда сделаем вот так. Хотя нам движки вообще не нужны будут, как только пилот будет сходить с места. Да. Своеобразно, с двумя ЧГ-то. Попробуем. Ох. И нам сразу попадается автоштурмовик. Ну давайте повоюем. Бегом. Есть попадание. Этим мы в пустой отсек стреляем. Пробил. Сделал пробой в отсеке в пустом. Да уж. И еще один выстрел нужен нам.
Две ракеты осталось. Мамочки родные, что делать? Наша карта обновлена. Вот мы и магазин нашли. Еще один. Так, непосещенное место. Так, так, так. В этой части туманности бушует ионный шторм. Нет, туда я не хочу. А придется. Потому что нам нужно как-то вот собрать как можно больше денег. Ну ладно, айда в ионный шторм. Перед магазином надо собрать деньги. Опять беспилотник. Вот везет мне. Вот мне везет. Стоп, а я его не убью. 4-5. Я его не убью. Я его никак не убью, у меня ракет не хватит. Ну тогда... Тогда что? Твою налево, еще и пожар. Вот чего мне только не хватало здесь. Ох, и кислорода нас лишили. Вообще восхитительно. И движков нету. Я должен выстрелить. Иначе меня тут разберут на части. Да. Пусти две корпусные, мне пишут. Был вариант, конечно, но уже поздно. Зря ракеты не купил, у меня денег нету на ракеты. Ух, чиним, 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 телепортируйся. Да если бы это были нормальные корабли, я специально купил телепортер, чтобы зарабатывать. Но мне встречаются беспилотные корабли, а беспилотные корабли они все без воздуха. И я в шоке, можно сказать. У меня ракет нету. Соответственно, и захватить я его не могу, потому что он беспилотный. Вот такая вот незадача. Дроны я уже продал. Заглянуть потом в ЛС на плече. Хорошо. Почему, смотрите, не чинится у него отсек? К чему бы это? Нафиг, вылетаем. Нам нужно корабль найти. Блин, а... А здесь есть медотсек. Волшебно. Но не критично, в принципе. Сначала полетаем. Хорошо. Так. Теперь мы собираем всех сюда. Да
О, да, ребят, извиняюсь, микрофон, да. Ой, я без маски, пишет Поль. Что значит ты без маски? Как тяжело, кстати, двумя ЧГ проворачивать такие сложные операции. Что за игра? Справа сверху есть значок FTL, Faster Than Light. Герой пришел, как я уже сказал. Блин, о чем вы говорите, я не понимаю. Ох. Да, господа, тяжелые времена сейчас у нас на корабле. Но я думаю, мы справимся. Перейдем к магазину. Ваши сенсоры засекли сигнал бедствия. Выясним, что разведчик Федерации находится под атакой истребителей повстанцев. Ну давайте поможем. Так, медотсека нету. Медотсека нету. Ну ай, да, сразу туда. Кстати, по звукам у них какой-то там дрон запустился. Если там будет противоабордажный дрон, это будет печаль. А вот и он. Жесть. В принципе, с его вооружением этого корабля я замариную его. Я его просто замариную. Медленно, верно, но замариную. Отправляем всех чиниться. Сейчас починимся. Он пробить не может меня, потому что у него оружие, вот этот лазер, он пробивает один щит, а вот этот вот луч, он не может пробить щиты вообще. Это хорошее оружие лучевое, но не пробивает щиты в принципе. Поэтому, так как у меня два щита, я могу спокойно не бояться за себя и затащить полностью врага. Ведь у тебя есть ракета, сломай дрона. Зачем тратить ракету, если можно в рукопашку все победить? О, там еще один член экипажа есть. Надо же. Кажется, это затянется еще на один прыжок. Хотя нет. Хотя нет. Сейчас уже Уокер умрет. И ух ты! Одна ракета, 25 ломок. Кран для ремонта, связаться с кораблем Федерации. Ох, нам еще и квест какой-то дали. Спасибо, что спасли нас. Этот корабль приводит граждан Федерации, скрывающихся от повстанцев. Нечем защищаться. Угу, далеко отсюда, они могут вам больше нашего помочь. Там еще какая-то халява наблюдается на горизонте. Что такое кран для ремонта? О, вообще отстой. Его надо как можно быстрее продать. А, кстати, магазин рядом, этим и займемся. Сразу же в магаз его сдадим. Он снижает на 15% лом, который мы получаем, зато чинит корабль. Ну, не знаю, насколько это интересно. По мне, так лучше получать много лома. Разбегаемся по отсекам. Дай человеку имя Сыт, и он будет сыт всегда. Ну вы вообще тут. Как глубоко. Магаз. Чтобы попасть в магаз, нам нужно пролететь еще через один звездный, так сказать, пункт. Опять нет медотсека. Ого! Мамочки родные, вторжение. Нам ломают щиты, насколько вы видите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что сделать?
Вот это совершенно ненужная вот фигня вот тут. Оо. Ай-яй-яй-яй, кажется, я... Все. Слив, господа. Слив. Ну ладно. Ладно. Вымани меня до всех. Да как-то я запустил их и задумался о своем, а он пошел по секторам, которые выключены у нас. Ну, в общем, фиг с ним. Это был первый слив. Вот так. Газ бедствия. Начнет бегствие. Змей воскрешен. Да, детка, змей. Член экипажа Рок. Нехило меня там отблагодарили-то, а? Вы видели? Что-то много магазинов, а смысла в них? Минимум. Видите, как победить босса в 8-м секторе, а то третий раз никак не победил. Ну, вот так. Если дойду, покажу. Сегодня вряд ли, кстати, дойду. Время уже много. Берем взятку, не хочу я с ними сражаться пока. Близко к солнцу. Но есть корабль. Прыгаем. Так как у нас ЧГ, они не очень... Ох. Жесть. Это вот сейчас жестенюшечки у нас будут, ребятки. Это будут жестенюшечки. У него есть поджигающая уща, так понимаю. Солнечная вспышка. Во-во-во-во-во, о чем я... Ох, и еще отсек этот. Блин, вручную все тушить придется. Во. Давай, туши пожары. Хорошо, что мы не горим, а? Хорошо, что наши ЧГ не горят. А вот то, что медотсек горит, это очень плохо. Айда, прыгнем отсюда нафиг. Будем тушить во время боя. Автоматический штурмовик. Да, да, почему бы и нет. Кислорода нет, ну фиг с ним. Вот это печально. Так, корабль разобрали. Получили кучу вознаграждений. Да, наконец-то мы потушили пожар. При этом никто у нас особо-то... Вообще никто не пострадал, ха-ха. Надо же так. Ну, немножко обшивка поцарапалась. Удивительно просто, вот это везение. Кстати, у нас есть 75 денег. Можем идти в магаз и покупать там портал, если он там будет. Надеюсь, он там будет. Облом. Облом. Никакого портала здесь нету. И это очень плохо. Ракета только один щит снимает. Нет, ракета пролетает все щиты. Нам, конечно, его услуги не нужны, но атаковать корабль мы обязаны. Потому что он нарывается просто. Хорошо.
Ракета преодолевает все щиты и, собственно, врезается и делает папа боль. Три топлива. Нет, мы не признаем катапитуляции. Уничтожаем всех врагов своими ракетами, закидываем просто по самые гланды. Бедствие, давайте скаканем. Хотя можно побегать, вот видите, здесь кораблей нету. Можно попрыгать, что-нибудь интересное там попробовать выцепить. Магазинов больше не будет на этом секторе, насколько я понимаю. Продать нет, ракеты я никак не буду я продавать ракеты. Это самая важная вещь, которая есть у меня сейчас на корабле. Во. Плохие люди. Плохих людей мы убиваем. Пока ведь, пока Скарлет Вайолет. Сетевая игра или одиночка? Это одиночечка, да. Где стрим прайм или не будет? Сегодня не будет, у меня что-то нет настроения играть. Я зашел, сыграл один бой, понял, что ну его нафиг и все. Вот это мне везет, я вам скажу. Вот это мне везет! Сплошной мимоза. Сколько я сейчас на него ракет-то потрачу? Так, во! Наконец у нас появилось хоть что-то. Хоть что-то стреляющее. Лазером. Слава богу. Спасибо вам, жители этой системы. Бедствия. Да не вопрос. Какая-то халява постоянно мне сыпется. Как бы сейчас это все не обломалось. Хм. Дань. Они хотели с меня дань. А я не дам им дань. Тю-тю. Хорошим сейчас вот из импульсного лазера их бы расстрелять и все. Там кто-то очень быстро чинит. Так, а теперь он пытается удрать. Чайненько. Придется плотную руку стрелять. Пилотную или в пилотскую? В пилотскую, наверное, все. Победа. Легкая победа, я даже сказал. И мы успеваем еще на один корабль. Конечно, нам нужно пробраться. Ой. Ого-гошеньки, сколько у него тут шлака всякого. Ух, лучевой дрон. Значит, главное быстро оружеечку ему сейчас снять. Ай! Фух, подтачиваем щиты. Все, слава богу, ничего он теперь не сделает нам. Мы его спокойно из лазера сейчас достреляем. Лазер — это как экономия ракет, понимаете? Давай, давай, победа. Восемь лома и все. Офигеть. На выход, пацаны.
Конечно, мы исследуем поле астероидов. 4 ракеты мы там нашли и уходим в следующий сектор. А следующий сектор давайте в гражданский пойдем, потому что там можно дальше залететь в сектор к слагам. Что у нас здесь есть? Близко к местному солнцу. Квест, кстати, нам туда будет попасть. Ну, к солнцу я пока не хочу, давайте через верх. Через верх. О-о-о. Опять нас пытаются на что-то развести. Нет. Пока, Витя, пока-пока. Продать 3 детали дрона за 12 лонов. Хорошо, продаем. Надо же. Здесь можно хорошенечко полетать. А ты жертва, он мне пишет. Ха. А как вам такой вариант развития событий? Ух ты, я успел переключить. Очень тактическая игрушка, я тоже в ней особо ничего не понял. Но вы можете смотреть, что делаю я. О-о-о. Ого! Сколько здесь кораблей вокруг меня? Мы все их соберем. Повстанец. Он заряжает фотопривод. Вот это очень плохо. Потому что... Меня ракетами тогда обстреляет. Мимо! Это издевательство. Он сейчас улетит. Это из... Ну все, он сейчас реально улетит. Я ничего не смогу сделать. Офигеть. Это бред. Ну это тотальное просто невезение. Просто тотальное невезение. Получилось. Надо же так. 2 раза подряд промах. О, господи, боже мой. Ой, как я спать хочу. Жесть. Просто жесть. Ну надо. Блин. Парис называется. Я еще долго буду этот корабль проклинать, я более чем уверен. Да. Надо же, он тоже может мазать. ЕМП пушкой стрельнул по пустому отсеку. Надо же так, а. Так, ладно, этого вроде разобрали. Двести команд, ребят, как можно выкрутиться? Очень просто. Парами их свести и до свидания. Сколько игр группового этапа я буду стримить? Те, которые смогу, те и буду стримить. Наконец-то. Нет, магаз. Магаз. У нас нет ни топлива, ни... Жесть. Жесть. А.
Летел, летел, а здесь опять хрен. А здесь опять хрен с маслом. Блин, ну что за печаль-то, а? Надо срочно находить второй магазин этого сектора. Во, смотри, 6 топлива за 12 вам можно купить. Ага, вот еще, еще один магазин, офигеть. Сколько их здесь понабежало? Зажигатель. Классная штука, конечно. Да и автоперезарядчик классная штука. Но я-то ищу нечто другое. Я ищу нечто другое. Да. Давно я так не летал по вселенной в поисках телепортатора. Офигеть, опять ни хрена нету. Ну что за невезение, а? Ну, купим себе таракана. Блин, ну как так? Я еще и квест забыл. Ох ты, господи, боже мой, что это будет? Я не успею на квест уже по-любому. Говорю, сюда-то я успею, но мне притом потом придется два раза прыгать по кораблям повстанцев. И это будет просто катастрофой. Нет, я не пойду в квест. Ну вот, дали им топливо, они мне вообще ничего не дали. Да. Да. Катастрофическое положение на самом деле. Второй сектор нам дал ровным счетом ничего. Меня это на самом деле очень сильно раздражает. Не люблю, когда такая фигня. Ну, рандом, что можно сказать, не везет. Ого, 7 топлива на одну деталь дронов. Отличный рандом. Биошок Инфинит. Я бы с удовольствием, ребят, постримил бы все игры, которые вы пишете. Но у меня просто нету времени этим заниматься. Заметьте, я скачу, получаю какую-то халяву постоянно, ни одного боя до сих пор не было, сейчас что-то должно быть. Ого! Сражение ЧГ. Давай, махач, махач, чуваки, на! Горим! Ну, давай, Шварц. Кислородня горит. Главное, чтобы кислородня не сгорела. Во! Чинимся. До следующего, так сказать, угрозы возгорания, до следующей, и улетаем, делаем ноги. Да, я в курсе, что такое дрон и так далее и тому подобное. Продать 6 деталей дрона за 24 лома, я за. Везет мне с халявой, но мне не везет с магазинами. У меня же огромное количество денег. И опять нет магазинов. Зато я смогу сразу там
накупить столько всего вкусного. Ого. Ого. Здесь мне уже не помогут мой лазер. Не поможет, точнее говоря, мой лазер. Обычно мимо, да? Вот так и думал. Так, у них там пробоина. Это есть гуд. Ай да, может, кислород им загасим. Еще пробоину сделать в кислороде. Вообще классно было бы. Нету пробоины. О, у них еще и это начало работать. Значит, они все вычинили. Убиваем. Ну, почему же у него так много щитов? Ай-яй-яй. Отразил урон опять. Убийца. Шесть ракет осталось. Мамочки родные. Одну ракету он нам только вернул. Надеюсь, я увижу сейчас магазин в поле зрения. Да, детка, наконец-то. Еще один магаз. Слава тебе, Господи. Антибиолуч. Редкое, кстати, оружие. Но... очень странное. Наконец-то есть телепортер. Смотрите, мы сразу можем купить даже и маскировку. Ох, интересный вариант, интересный. Давайте так и сделаем. Так, единственное, что у нас энергии нифига на это все нет. Но мы как-нибудь справимся, мне кажется. Так. Дамаг команду отправляем шлюз. Можно ракету, корпусную снять. И где-нибудь надо опробовать. Раз. На самом деле здесь печалька. А мы полетаем, полетаем и залетим потом сбоку откуда-нибудь. Медосек. Ну, как я и думал. Как обычно. Зачем вам медосек? О, мы даже его пробили, слышали звук. И вторжение сразу вот сюда. Кто-то медотсек чинит, что ли? Или как, я не пойму. Да, кто-то пытался чинить медотсек. Вот эта плюшечка пролетела. Давай, 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 быстрее, надо его завалить. О, 21 лом. О, к нам присоединяется Самба де Жанейро. Отлично. Отлично. Начинается развитие в позитивную сторону. Так, некоторое время сейчас мы пока полечимся, пока то все. Будет все отлично.
Щитовик или стрелок? В смысле? А, стрелок, конечно. Ну, хотя, может быть, щитовик, это будет зависеть от многого, на самом деле. Так, змей сюда. Этот сюда. Во. Отлично. Раз, два, три. Значит, раз, два, а потом на выход. Не успеваем мы в самый нижний попасть сектор. Ух ты. Так, это квест. Или я просчитался, походу дело можно было. Ух, нифига себе, тут ощетинилось. Так, медотек вырубили, включаем у ворот и телепорт в медотек. А теперь терпеть. Что? А, там пожар, ёшкин кот. А я думаю, что случилось? Хорош, прям в кислородню залепили. Так, забираем и починить, ребят. Опять туда влетел патрон, вот везет. Да жесть. Хорош стрелять по мне. Ты смотри, а вот упоротые. Они же меня сейчас уничтожат просто. Мне везет. На что мне везет, правда, я не знаю. Офигеть. Кислорода уже просто нет. Блин, там что-то горит все уже. Вот так вот. Жесть. Жесть. Вот это было эпичненько. Это было эпично. У меня просто тут все вынесло. Да. Серьезно повоевали, блин. У меня же весь корабль дымится. Мне кажется, что это будет ГГшенька очень скоро. Почему-то мне так кажется. Не везет мне на начало с этим кораблем.
Я, может быть, конечно, немного спустя рукава занимаюсь стартами на этом корабле, но, блин, как можно... По сути, нам бы сейчас починиться, и было бы хорошо, но починки здесь и не будет. Мы сейчас летим в выход, а там будет суперкорабль, который сделает из нас отбивную. И вот мы тут поржем в этот момент. Да... Ну, вы чувствуете, да? Да тут все слив мне тут пишет уже. Входящие бесплатно. Нет, я, может быть, отбрехаюсь от них? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, быстрей, быстрей, быстрей. Офигеть. Две жизни. Сияние. Ага. Магазин. Хо-хо-хо, господа. 84. Ну, у меня столько денег нет. Фух. Вытерпели. Так, ну нам срочно нужно вставать на путь истины и валить засранцев. Ай, чего? И чего? А все. Ну нафиг. Я не подписывался на такое. Ладно, ребят, все, я сдаюсь. Это, блин. Ладно. В следующий раз поиграем еще. Не поддается мне этот долбанный корабль чужих. Ох. Не хочу я, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Все, у меня полная нехочуха, настроение такое. Пойду я нафиг от вас. Всем пока-пока.